подходе в итоге конкурса, проводимого в рамках нашей организации «За высокие требовательные свойства продукции», и получить награды. Общество «Значит, ответственность» объединение «Агроэлита». Мы представили свою продукцию в первый раз. Это полуфабрикаты рубленные. И завоевали медали, 3 диплома вручили первой степени, 1 золотую медаль и 1 диплом третьей степени, это бронзовая медаль. Серебряная медаль уходит в Красноярский край объединение «Агроэлита» за продукцию из мяса птицы, котлетки нежные. Мне очень приятно, что с нами работают партнеры, которые делают продукцию высокого качества, которая имеет, в свою очередь, высокую оценку. Вот все-таки золотые медали получили здесь очень ограниченное количество участников, тогда как их здесь, судя по масштабам, наверное, сотни.